Сегодня мы охотимся в питомнике западносибирских лаек в Капках. Будем охотиться на лося с собаками. Это у нас чемпион. В питомнике на данный момент 40 лаек держится. Хороший мальчик. Собаки с GPS-навигаторами у нас. Сколько собак будем брать? Четыре. Четыре? Четыре. Две взрослые, две молодые всегда. Две взрослые ищут, а две молодые на подхвате натаскиваются всегда. Идем прямо от базы. Я уже ушла. Угу. Поиск вот мы. И она уже ищет. Идем по следу. Лосей. Похоже, корова с теленком. Собака. За ними пока догнать не можем. Метров 800. Они перед нами. Уже слышен лай. До лосей 300 метров. Уже промотали километров 10, если не больше. Пока еще подходить не начали. Только догоняем. Метров. Густой ельник. Не знаю. Сможем подойти или нет? Одна собака. Другие ушли за другим лосем. Да? Да. Будем пробовать что? Ну тихонько давай, не будем торопиться. Ну. А то опять придется намотать 10 километров. Четыре. Снега мало, ветки трещат, очень шумно. Все, ушел, Тарас, подшумели. Чухнул вас. Начинают подходить, они перестают лаять. Не лаять, так они перестают, стоят, слушают. Одиночно. Все, рванул. Ну, такой густой ельник. Там речка, блядь. Бурелок. Ну, знаю, где стоять. Собаки опять лоси лает. Но уже скоро будет темно. Можем не успеть. Уже, блин, километров два. Сколько мы километров прошли? Километров 15 уже, да?
пробежали. И целый день ходим, да. Собаки разбежались, только одной идем, там другой. К ухте не смогли подойти. Сейчас Ширья с Сериком ловят. Ладно, пошли. Попробуем к ним подойти. Все, лось опять пошли. Корова с теленком была. Мы их даже видели уже. Сейчас мы уже собак не успеем догнать, темно будет. Снега мало очень. Хрустит. Сучки хрустят. Лось нас слышит, не можем подойти. Уже ко вторым. Ну хотя бы этих видели уже. И с собаками. А тут рядом был. За елочками стоял. Тут ближе был, но мы его не видели. Эти подальше, но тут лес хоть порежен. Ну, в общем-то. А стрелять куда ты можешь стрелять? Не видно ведь? Охота нам все равно удалась ведь, да? А? Лося видели? Так как двух? Собак слышали? Ну все, значит, все хорошо, да. 20 километров пробежали, задницы промяли. Можно идти домой отдыхать. Нет, эти не бросят. Темнеет. Сейчас будем костер разводить, собак ждать, чтобы их волки не сожрали. Видимо, здесь и заночуем. Да, Саш?